сегодня на обзоре сеялка John Deere 455 2009 года выпуска. По наработке ничего не подскажу, неизвестно. В хозяйстве уже не используется 2 года. Вот собственник решил наконец-то продать. Чисто штатовская, захват у нее порядка 10 метров. Вот сейчас проведем визуальный осмотр. Проблематично вот тут дело обстоит с бункерами. Ржавчина. Коррозия. Нужно приложить руку, зачистить, покрасить, посмотреть, где что. Колеса, резина, состояние хорошее. Парами вроде я побежал, смотрел, нареканий вроде нет. Каких-то сварочных швов дополнительных я не увидел. На цилиндрах вроде потеков тоже никаких не вижу. Ну, собственник уверяет, что сеялка находится в рабочем состоянии. Такое состояние резины еще раз. Парами вот вроде бы подваривалось, сколько понимаю. Ну, вот тут еще. Напомню, технику можно приобрести как лизинг, так и в кредит, за наличный расчет и без НАУ. Также рассматриваем возможность обмена. Сейчас заглянем в бункер.
кто заинтересовался, ждем на осмотр. Звоните, пишите, приезжайте на осмотр. Всем спасибо за просмотр канала.